Кати Клэп, а это новый интернет-мем. Даже не спрашивайте меня. И да, очередная отмаза, почему я так долго не делала видео. Во-первых, YouTube был сломан. Мои ноги! Очень реалистично получилось. Единственный источник вдохновения Тамблер постоянно лагал. Слушай, а покинь мне Тамблер. Опять завис. Я хороша в этом. И я все еще продолжаю болеть гриппом. Но есть у меня такое предположение. Все, на что у меня хватило сил, это создание сегодняшнего макияжа и приготовление бодрящего кофе. И все равно получилось вкуснее, чем в Старбаксе. Как я уже сказала, это были мои последние силы, так сейчас у меня два варианта, как продолжить это видео. Во-первых, я могу вам дать слайд-шоу фоток Дженсена Эклса. Или же второй вариант. Я сделаю ему за обзор One Direction. Я уверена, что приняла неправильное решение, но все равно. Встречайте! Обзор клипа One Direction Kiss You. И, конечно же, так я себя плохо чувствую, его будет делать Анна Сейсин. Так что, аплодисменты! Да-да, это ваша неотразимая Анна Сейсин. И сегодня я буду смотреть какой-то модный клип. И все, что я слышала об этой группе, это то, что там поют мальчики. А девочки любят мальчиков. Так что, начнем. Ой, так это же Рома Жолт. Ох, как хорошо по-английски щебечет, а. Ой, еще два. Ой. Боже, что мое, ты как там оказалось? Это же опасно. Мальчики такие же прическа, как у меня. Неудивительно, что они модные. Ой, опасно. Ой, кто это? Он такой обычненький, его, наверное, никто не любит. Я уже забыла, как он выглядит. Сколько их? Четверо в группе. Сосочки пощупал. Ой, сколько их? Это все онемело. Опа. Я люблю спортсменов. Ух ты, боже. Все поняли, даже самые тупые, что эти движения означают. Ух ты, беленький. Люблю беленьких. Ух ты, ё... Опять этот Фукин всё распортила. Ты почему он тут, а? Не люблю я лисик. Ой, это бы забыли, ну неудивительно, блин. Ой-ой-ой. Ой. Коленькие все, коленькие. Ой, ты боже мой, четыре, а он чужие щупает. Наконец-то, блин. Вот юшки. Бабоньки. А это что ж получается-то? Подставила меня Катя, конечно. Все, что я хочу сказать, это спасибо. И вопрос на сегодня. А вам нравится группа One Direction? Мне, наверное, нет. Так что помните, мы вас всех очень любим, будьте живучими и сильными. Пока.